Экономическим бумом назвал сотрудничество с нашей страной чрезвычайный и полномочный посол КНР в Казахстане, отвечая на вопросы журналистов во время международной конференции «Один пояс, один путь». На встрече обсуждали вопросы внешнеэкономической политики Китая и результат реализации двусторонней стратегической программы. В прошлом году Казахстан и Китай запустили 52 совместных производства в сфере металлургии, машиностроения и других. В текущем году планка на порядок выше. Расширению сотрудничества в финансовой сфере также будет способствовать присоединение Казахстана к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций в качестве члена-учредителя, считает посол. Общая сумма, значит, договоров и соглашений и намерений сотрудничества всего около 50 миллиардов долларов. Это за нашу историю развития отношений не было. Значит, такого бума, значит, экономического сотрудничества. Я думаю, что в этом году самая главная задача мы будем реализовать эти проекты, которые будут приносить и нашим, и вашим народам пользы.